Так, сегодня я вас познакомлю с санузлом. Он рядом с Аниной комнатой. Мне просто хочется показать, как все это выглядит. Помещение достаточно небольшое, но прекрасно декорировано. Крючочки, прекрасное душевое пространство. Такая же мозаика на полу, как в гостевом на первом этаже. Стены тоже, это покраска. И такие деревянные панели. По-моему, очень удачно. Такой предмет. Вот, раковина, умывальник. Прекрасное зеркало, подсветка у зеркала. Черные батареи чугунные. Как всегда, римские шторы, которые прекрасно смотрятся в доме. Обрамленные вот так вот двумя, две кисти, которые очень сочетаются с этим креслом. Это одно из кресел, которое стоит в моей спальне, только другой обивки. Еще и третье будет, я покажу. Вот прекрасно тоже сушилка и коврики для ног. Еще раз покажу вам душевую, тоже из мозаики, чудесная совершенно. Вот такая вот. Это была открытка, которую художник перенес на холст. Она очень здесь вписывается, и так что вот так. И на просвет в сочетании с коридорами почти такого цвета. Это смотрится очень красиво. Вот как-то так. Прекрасный вид. По-моему, очень все гармонично.